Здравствуйте, уважаемые пультонажиматели! Снова с вами остановка не Британия, возвращение, потому что сегодня первая программа второго сезона. И сегодня с вами снова Артур, Тимур и... Кто? Кто-нибудь объясни мне, кто это вообще? Это реинкарнация Артура. Я всегда тебя таким представлял. А я говорил ему не ехать в отпуск в Таиланд. И все-таки я ее где-то видел. Тебе не кажется так? Я тоже видел. Знаешь, где? Где? Насколько я знаю, это та девушка, которая все время улыбается на улице. Мне кажется, именно ее портрет недавно разрывали проигравшие модели на конкурсе «Мисс Черкесск». «Мисс Черкесск». Завистливо и притом. А, то есть, дорогие друзья, как вы поняли, у нас сегодня в гостях «Мисс Черкесск». А как зовут? Я не знаю просто. У нас сегодня в гостях победительница конкурса красоты «Мисс Черкесск» 2014 Эстелла Кнухова. Мы неправильно выразили. Не в гостях, а наша соведущая. Отличная замена Артуру, да. Я так сказал. Я сказал, достойная даже. Эстелла, скажи, а ты умеешь заразительно смеяться? Да. Ты хотел, чтобы она сейчас специально посмеялась? Нет, я захотел, чтобы она доказала, что замена обоснована. Надо не смешно шутить, тогда проверим. Хорошо, это я могу. А, все отлично. Ты вообще Артур. Это скажи, вот я знаю, что 15 лет, да, получается, ты стала уже мисс Черкесской. И 16. В каком возрасте? 15. В 15 лет, представь. Какие ощущения у тебя? Скажи, как дома с тобой, когда ты в комнату заходишь, все встают? Как? Какие регалии? Я протягиваю ковровую дорожку, во-первых. Угу. Потом говорят, выбивай ковер. Да? К сожалению, да. В общем, ничего не изменилось. Скажи это в камеру. Ничего не изменилось. Да, чтобы испортить тебе настроение, Тимур, я бы хотел бы задать вопрос. А вот каких успехов ты добивался в 15 лет? К сожалению, мистер Черкесск. Это не такое высокое звание, как мисс Черкесск. Ну, не знаю, я в 15 лет в первый раз в песочнице возвел первый замок. Я нашел свою вторую кеду на площадке 15 лет. Футбольный мяч накачал вовремя, когда старшаки пришли во двор. Вот. А ты добивалась такого? Сейчас на задумаюсь. Самом деле было покруче. Ага, давай, давай. Да. Рассказывай. Мы то есть вам... уже, в принципе, круче Артура Хасана. Да. Лет в 12 я начала увлекаться вместе с братом. Как это называется? Стрельба по людям? Что? Я делала трюки на велике. Ух ты! Да, я прыгала через бордюры, не всегда удачно, но все же у меня это получалось. И потом я начала кататься по всему городу, меня начали узнавать. И это было еще перед мисс Черкесск. Так что это было 12 лет. Я чувствую себя как на вечере Оксаны Пушкиной. А как вы пришли к этому? Получается, знаешь как, вот... Девушке, вот Эстелле, в 15 лет уже улыбнулась фортуна, когда над нами она просто насмехалась. Да. Друзей столько же осталось. Да, даже прибавилось. А в одноклассниках? В одноклассниках я не сижу. Вот, все, это точно. Я теперь понимаю, почему она стала мисс Черкесск. Там условия простые были, не сидеть в одноклассниках. Да, ну это жуткая соцсеть. Что? Жуткая соцсеть. Какое-то интересное словосочетание, непривычное, да? Такое? Жуткая соцсеть. Она не ищет легких путей. Сейчас на китайском заговорит. Жуткая соцсеть. Надо запомнить. А вот раз ты вот там собираешься вот этим заниматься, я вот сделал небольшие наброски как раз, посоветовать тебе следующие образы вот для тебя в будущем. Мы можем посмотреть, как ты думаешь? Я с удовольствием посмотрю на Тимуру образы. Будет неудобно смотреть, но мы с тобой посмотрим. Я буду представлять. Да. Ну вот первый образ такой сейчас... Вот с такой вот доширакного такого костюма. Как тебе такой костюм? Мне кажется, в таком костюме тебя могут съесть в твоем колледже. Мне кажется, вот это очень прикольный костюм. Как тебе? Тут называется «Найди рукав». Каждый раз рукав.
Если хочешь почесать спину, ты должен запомнить путь обратно. Это уже просроченный от доширак. То, что было до этого, это другой вариант костюма. Ночной доширак. Ты бы ходила в таком... Конечно. Я бы, если бы у меня сестра такое делала, я бы ее на любую вечеринку отпустил, потому что никто не подойдет. Причем девушка, наша телезрительница, очень хорошее свадебное платье, мне кажется. Это костюм из змей? Да, именно поэтому, понимаешь, уже характеризует, вот, чтобы муж сразу понял, на ком он женится. Ну, это... Что за писсуар? Это не очень хороший выбор. Это когда проигрываешь конкурс в таком костюме. Идем дальше. Вот это особенно. Мне кажется, очень удобно на них ходить, как тебе кажется? Попробуйте. Представь, какие следы будут на снегу оставаться. Такая, многоточие оставлять на снегу можно будет. Это если хочешь уйти от погони, чтобы подумать, что ты кентавра превратился. Кентавр. Так, и вот последний вот вариант костюма. Теперь ты должна прокомментировать, как ты к этому относишься. И как бы ты назвала вот этот костюм? Куда, в Черкесске или вообще на Кавказе можно пойти в таком костюме? Я бы пошла. Просто? Просто пошла. Я бы пошла, да. Куда? На улицу. Ух, блин, я думал, она пойдет. А вообще вот этот костюм, я вообще эти костюмы выбираю для того, чтобы мы посмеялись. Меня удивляет ваша серьезная реакция. Давайте тогда... Ты не умеешь выбирать костюмы. Да. Ты вот когда ты на буду... себя одеваешь, это смешно. Вот сейчас я посмеялся. Вот это я понимаю. Да. Ну, друзья, со Стеллой мы познакомились, такая вот Артура-заменительница. Да, вот. Да, Артура-заменительница. Везет. Да. И я предлагаю как-то вот разбавить нашу компанию, тем более вот этот человек сейчас с грустным лицом смотрит на меня, разводит руками и гладит, и шуршит своей мягкой щетиной. Давайте пригласим в эту студию, как бы вот его поинтереснее представить. Это креативный парень, как ты говоришь, с шершавой бородой. Это парень, который представляет компанию Life Production. Георгий Мацуката. О, его еще никто так не представлял. Встречаем. Он когда шарики с гелием так покупает. Мелькают числа 12:01. Процесс должен идти. Мы стоим в обнимку и ждем приход волны. Романтик, красота, так дождались рассвет. Я стелю свой куплет, а конца света нет. Рады тебя приветствовать в нашей студии. Особенно она, слышу, каким голосом. Да, а как я рад здесь быть. С каким позитивом вот я тебя позвали. Я вашего продюсера давно уговаривал, чтобы он сюда пригласил меня. И платил ему, и что только не делал. Да ты уговорил, чтобы поменяли нам ведущего. Я знаю, да, что это твоя идея была. Да. Не, я ему сказал, есть условия определенные, я буду сниматься в этой передаче, если в этой передаче будет очень красивая девушка. Так совпало, что мисс Черкесск сегодня здесь. Видишь, как все неплохо складывается. Да. Я даже со стороны вижу, что вам комфортнее с ней работать, нежели чем с Артуром. Ну вот пока ты не пришел, лучше было. Да. Ну, Георгий, вот... Да, Жорик. Хотим поговорить вот вначале о тебе. Давай. На самом деле ты... Твой творческий путь, на самом деле, очень богатый. Только творческий путь. И телезрители должны об этом, конечно же, знать. Вот совсем недавно, из последних твоих таких побед, свершений, это выход клипа. Да, вот расскажи, да, что был за клип и исполнитель. Мы выпустили клип, называется «Балую». Поет в этом клипе Фидос. Балую, малую, малую, самую, 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 нежной любовью я балую, жизнью своею я балую. Большая кропотливая работа, как бы зритель увидел там 3,5 минуты, хотя готовились мы практически полтора месяца. О чем? Клип о девушке, которая... Не о тебе. Да, как бы у многих девушек есть такое, когда они играются с ребятами и потом убивают их. Почему на меня посмотрели? Кстати, кровь не стерла еще с последнего свидания. В общем, клип о ведьме. Ведьма, очень красивая ведьма, которая соблазнила его,
И потом, в общем, в конце концов она его убила. А где это? В лесу происходило? Это происходило на улицах очень красивого города Ленинград. Ух ты. Вот так вот, да. Мы были в Ленинграде. Вернулись в прошлое. Вернулись в прошлое, в старый Ленинград. Курьезных моментов, если честно, было очень много. Начиная вообще с поездки отсюда в Черкесск, мы прилетели в Москву, в Москве отменили рейс, просидели 9 часов, но 9 часов мы не сидели, что может сделать? А курьезные моменты? Курьезные моменты, да много всего было. Актриса, которая должна была сниматься... Ее сожгли как ведьму. За 9 часов она срочно улетела в Москву по своим делам. Много было девушек на кастинге? Да. Ну, как много? Нам хватило. В принципе. Не, на самом деле, да, за 9 часов до съемки главная героиня по срочным делам, она улетела в Москву, и так получилось, что нужно было искать девушку. Срочные дела — это распродажа. Да, я думаю, там какой-нибудь. То есть, как всегда получается, да? Все начинается с одной девушки, потом все разрастается. Да, и мы начали писать ночью, прям сидели там, TFP, модели, какие-то группы. Вот. Я сам не знаю, что это. Да. Есть же такое понятие там? TPP. Ну, как-то так, или я неправильно говорю. Да, ну, короче, модели Санкт-Петербурга, девушки Санкт-Петербурга. И иногда попадались какие-то такие группы, когда вводишь как бы девушки Санкт-Петербурга. И там, иногда как бы... и такие фразы вырезаются. Да, да? Такие фразы вырезаются? Ладно, в общем, искали девушек, забили им стрелку в одном месте, и вот толпа девушек пришла, и одна девушка даже была с вороном. Ух ты. Да, она сказала, если я буду сниматься как бы в этом клипе, я дам вам возможность как бы... Вот... Она была маленькая, ее ворон принес. Да, ее ворон, короче, принес говорящий. Я читаю в глазах Тимура вопрос, а много, долго ли она смогла держать ворона, чтобы он ее не напачкал? Я думаю, это был специальный ворон, который... Сдерживал себя. Да, который держал себя в руках. А вот какие вопросы вы в процессе кастинга задавали? На самом деле... Давай представим, что она пришла на кастинг. Да. Да, вот девушка пришла к тебе участвовать в твоем клипе. Скороговорка. Нет, это вопрос. Скороговорка, да. Давай смоделируем ситуацию. И что? Вообще, мы спрашиваем, вообще стандарт при отборе девушек, это, знаешь, стих у Лукоморья «Дуб зеленый». Угу. Вот нужно рассказать его, только с выражением. Угу. Вот смогла бы ты рассказать? Я вот могу сказать, подойдет она к нам? Ну, она и так подойдет, потому что она... Кто? Мисс Черкесск, да, в любом случае. Мисс Черкесск. Как Волан-де-Морт, только мисс Черкесск. На твоем месте я бы не радовался роли ведьмы. В Москву приезжаешь к Путину в кабинет, кто там? Самое прикольное, что она сейчас такая, не пришлось рассказывать. Ты понимаешь, что тебе придется убить человека в конце клипа? Вот там? Спокуха. Я же тебе говорил, в каждой девушке есть такие моменты, когда... Да, ну вот, Эстелла, кстати, вот какие вопросы, вот ты помнишь, что тебе задавали? Подфоры. Да, именно так. Мне кажется, знаешь, что в черкесске я перебью? Вначале спрашивают, а есть ли братья у тебя? Есть там? Покажи братьев, парней, чтобы там... Так, все похожи на Артура Кинчешава, принимаешь участие. То есть никакой физической угрозы, как вы не понимаете. Да, мой брат не представляет никаких физических угроз, поэтому меня и взяли. Она не обманула. Сейчас брат такой перед телевизором. Пистолет прячет. Отбирает его. Не, он с гантели так сидел. Он записался на качалку. И гантель так уронил. Не, он в данный момент с девушкой сидел такой, я опасный. Он не представляет никакой угрозы. И она такая, все, давай. Здравствуй, жена. Да, задавали тебе самый такой распространенный вопрос. Что бы ты сделала на миллион? Нет, не задавали, но... Все. Это же в черкесске. Когда я смотрела... Что бы ты сделала на 10 тысяч? 10 тысяч? Мне кажется, 500 рублей. Что бы ты сделала на 500 рублей? На него мало что сделаешь, но все-таки. Купила бы еды. Я люблю поесть. На сколько? На 10 тысяч рублей купила бы еды? На 500 рублей. А, на 500 рублей? А ты можешь накормить его на 500 Нет. рублей? Только все тебе, да? Да. Поэтому брат не представляет угрозы. Поэтому... Сейчас он опять после телека с другой девушкой разговаривает. Опять, да. Ты только что разрушила личную жизнь своего брата. Как ты себя чувствуешь после этого? Она еще и довольна. Надо же какой-то стимул ему делать, блин, а то он сидит за компом, да и ничего не делает. Мне нравится трогать эти отношения. Третий раз. Да. А вот что-то, я миллионер, да. Ну, все, пошел, мама, скажи. Поломали. Именно так и будет.
Он младший. Он старше. А, он старше. Ему 40 лет еще, скажи. 23. 23 года так поломать. Судьбу. Представь, да, вот один выпуск безобидной он передачи. Он на дизайнера сломана судьба. У меня вопрос вот к девушке, если вы не против. Вы. А против? Вот, если бы баллотировалась вот в президенты бы, вот предвыборная кампания, вот три пункта, которые ты бы обещала людям там. Вот я сделаю дороги, там, в Черкесске дороги, слава богу, уже сделаны. Это была программа «Постер» на Первом канале. Не, мне просто интересно, вот если бы девушка была бы президентом, что бы она для Черкесска сделала? Для Черкесска именно. И лично для меня. Да, вот именно для Черкесска, да. А то просто многие политики обычно делают для других городов, то есть тратят. Просто путь с мисс Черкесск только в президент. Да. А ты сделай, как обычно делают все кандидаты, обещай, но не делай. Хорошо. Ну, скажет, что бы ты пообещала на выборах это президента? Последний эфир Артура Кинчешова. Больше тусы-тусы. Больше тусы-тусы. Президент выходит и говорит, здравствуйте, больше тусы-тусы. Плакаты такие, да, там, больше тусы-тусы. Голосуем за Эстеллу Кнухов, больше тусы. Ой, блин. Так. Второе, да, продолжай. Второе. Мне уже нравится продолжать. Сейчас с других городов начнут сюда переезжать. У тебя электорат будет. Что-то все вылетело. Сейчас даже в Грозном сказали, как у нас плохо. Да сейчас, я думаю, вся страна такая села. У него другие вопросы уже вылетели из головы, понимаешь? Слишком много тусы. Представь, что их поменьше, скажи. Так, представь, что сейчас, это не приняли. Это у меня сейчас будут конвульсии. Сейчас Лужков такой, есть же, Лужков такой сидит. Вот почему да. Меня, блин, вот в чем прокол был. Сейчас, я подождите, даже... а вот и конвульсии. Нет, это название страны, где она президентом бы стала. Конвульсия. Так, давай сейчас забудем, да. Второе. Второе обещание. Да что за движение было? Она не придумала название. Скорее всего, это... А есть ли такой же чай, как она пила? Вот есть? Я пью только зеленый. С травками. Я тоже хочу. С травками. Я хочу этот зеленый чай с травками. Мы просто не рассказали ей про происхождение. Отвар из ромашек. Да. Да, второе обещание твое. Пообещай нам. Я же тебе говорил раньше, пакетик с чаем доставай. Пообещай нам полностью. Так, чтоб я придумала. Прям так и сказала, да? Чтоб придумать. Мне даже интересно, творчество, ваше... больше творчества. Я бы всех пихала в творчество. Поверь мне, все бы забили на творчество, когда тусу сказала бы, все ушли. То есть сначала смотри, она пихнула бы всех в тусу, потом в творчество. Надо не так распределять, нужно сначала похуже. Сейчас прикинь, люди на заводах, которые там кирпичи делают в пыли такие. Слава богу, наконец-то. Какой-нибудь слесарь 5-го разряда дома сидит. Мне даже интересно стало, вступила бы твоя страна в НАТО. Третья обещание. Вот третья, вот что будет. Тусы-тусы, творчество, третья. Это и все. Мне уже страшно. Сейчас. А мне наоборот, кайф. У меня в голове. Куда бы ты пикнула потом людей? Кварцевание всем сделать. МРТ всем. Неожиданно тогда. Вы меня завели в тупик. Мне кажется, ты со страной то же самое сделала. Да. Что б я сделала? Что на сфере образования? Образование. Да. Какой-то предмет бы добавила? Нет. Тусоведение. Я думаю, что все, что можно было со сферы образования сделать, у нас уже в стране сделали. Там же делать, да, уже нечего. Убавила лишние предметы. Какие? Да, это добавила. Ты задала этот вопрос? На. Это ж... Убавила лишние предметы. Я думаю, она бы просто оставила бы труды, часы, рисование и физкультуру. Большую перемену оставь. Ну, английский язык не хочет. Меня ничему не научили в школе по-английскому, поэтому я хочу, чтобы именно по-английскому в школе... А в какой школе ты училась? Во второй? Да. Ты хочешь, чтобы страдала учительница? Что ты хочешь? Да, да. Реально, сейчас вроде брат сейчас сидит такой, отходит. Да, слава богу. И учительница. Вот, учительница такая, весь класс, соберитесь, это моя студентка лучшая. Мисс Черкес взяла. Она такая умная, она сейчас... Как зовут учительницу? Дина Хусиновна. Вот так вот.
Сегодня просто день. Сейчас просто. Главное, чтобы до вашего телеканала не добралось. Все хорошо. Мне кажется, по крайней мере, один учитель нашей республики. Можно кричать по-английски help! Да. Знаешь, что это значит? Нет, даже этого сейчас не генеральный, сейчас генеральный директор Архиз-24 бежит просто отключить кабель, чтобы это в эфир все не вышло. Тут сейчас наговорят они что-то срочно. Закрываем канал. Мне кажется, по крайней мере... Мне кажется... Мне кажется, по крайней мере, один педагог нашей республики будет впихнут или в творчество, или в тусу. Не, на самом деле, она молодец. Она сейчас пропиарила. Она очень хорошо пропиарила. Компания на 5. Я бы за тебя проголосовал, чисто для прикола. Друзья. Ну, пока у наш гость Георгий до конца сейчас не раз. А гость сегодня да, я уже себя ощущаю на правах ведущего. Да, пока ты до конца не расслабился, есть Давай. Такая у нас рубрика интересная. Так и называется, пока ты до конца не расслабился. Пока ты до конца не расслабился, да. Если чай был бы вот этот, который она говорила, я бы расслабился. Да, и вот я даже не успел ей притянуть, она взяла сама. Это вопрос, на который ты должен будешь... быстро ответить. Обычно это делал Артур, но раз у нас сегодня вместо Артура Эстелла... Значит, вопрос-ответ. Все, начинаем. Итак, поехали. На что похож амперметр? На метр. Не очень. Не очень. Она будет комментировать. Я буду отвечать. Новая изюминка в нашей программе. Она сейчас после... Она будет делать вердикт. Она сейчас после третьего вопроса сомнёт, ты что делаешь. Итак, продолжаем. Давай. Если она обрадуется, что будет интересно? Давайте, я хочу попасть. Мне кажется, тебя сожгут вместе с вашей ведьмой. Я сейчас попробую, давай. Продолжите фразу. Кто пьет Кока-Колу? Кока-Колу пьют лентяй. Щегол! Вот так. Как зовут фаната Салтыковой? Алена Апина. От кого произошел утконос? От утконога. Кому принадлежит рекорд по поеданию бородинского хлеба? Ксении Бородиной. Почему? Это я знал. Твой личный... 48. Чего? Есть там темы, но не об этом, давай. Математика, это просто... Это, кстати, чистая правда. 48 раз. Как называется пригород Магадана? Пригород Магадана называется Магаданчик. Массажист о чем мечтает? Купить дом в ПСЖ. Где проводит отпуск мистер Бин? Мистер Бин проводит вот там, где массажист купил дом. Это курортное место. Как бы называлась твоя модная коллекция? Моя модная коллекция называлась бы... Жорики. Жорики. По какому принципу ты выбираешь продавцов шаурмы на вокзале? Если честно, по принципу фехтования ножом. Любимое стихотворение Арнольда Шварценеггера? У лукоморья дуб зеленый. Как бы ты назвал автосалон по продаже Лады? Не надо. Ничего так последнее. Все, в принципе, молодец. Ты это сделал. Ты сдал, да. Ты сдал. Если честно, тебе сложнее всех пришлось, как бы... Да, я просто испугался. Были такие вердикты, как... А прикинь бы так конкурсы оценивали, вот мисс Черкесск так, и вот выступала так, и все судьи такие. Нет, они поднимают табличку, там написано. Ничего так последнее. Да, ничего так. Ну, что я могу сказать? Несмотря на то, что ты внешним видом не подходишь, ты посвящен вне британцев. Вне британцев. Да, все. Это хорошо. Сегодня отличный вообще день был, правильно? Сегодня у нас в студии... красота, очарование и вот да, Эстелла тоже. Да. Она заценилась. Я на самом деле очень приятно. А как бы еще же у нас Жора был сегодня. Такой тройной выстрел. Выстрелил. Ну его тоже как-то сейчас. Рубашка, да. Есть на нем она. Есть, лайк. Было бы намного хуже, если бы ее на мне не было. Давайте вот закончим такой хорошей тогда ноткой. Вот сегодняшний наш разговор хочется, да?
Кроме того, что ты вот как режиссер клипа выступаешь, я знаю, что ты очень любишь рифмовать с детства. Рифмовал я с детства, да. Да, и вот ты на протяжении многих лет выступал как исполнитель. Это правда, что ты как рэпер? Рифмуешь? Колбаса. О чем ты? Вот поэтому я как бы перешел, начал снимать клипы. Потому что вот так вот. Я приехал на кастинг в Москву, думал, пройду фабрика звезд, думаю, ты вот такой человек, а ну зарифмуй колбаса. Мы вам позвоним. Поломала колбаса жизнь вообще. С тех пор он колбасу не ест вообще, я теперь понял почему. Итак, вот. На отрез. Мы обнаглели. Это законченное предложение. Подожди, еще раз скажи. Мы обнаглели. Я вот в первый раз себя сегодня попробовал в качестве автора рэп-текстов. Тебя должны застрелить через 2 года. На меня даже, я думаю, надеюсь, что Eminem завистью будет смотреть и пригласит меня к себе. Ты автором рэпа попробовал себя еще 20 лет, когда выпустил книжку. Артур выпустил в 20 лет книжку, я прочитал. Это был рэп. Кто как читает, многие девушки читают. И трава сия, я по-другому, и трава сия. Многие девушки, я подмечу, вообще не читают, давай дальше. Да. И я вот расписал для каждого из нас такую роль необычную. Это Стелла, это Тимур. Для себя ты расписал роль разговаривающийся. И для меня. Это МС Тимур, так надо было говорить. А Георгий Мацукатов будет импровизировать. Да. Начинаем. Никто так рэп нежно еще не начинал. Йо! Вновь на красном я диване постараюсь пошутить. И для вида ноутбук я снова буду теребить. Как же быть? В голове лишь ерунда. Без тебя, Артур Хасанов, стала мутная вода. Не в Британии сегодня, я девушка одна. Я устала очень-очень, лишь бы тушь не потекла. Симпатичный тот напротив для меня, вот только так. Я не знала, что я рэпер, где жил ты, родной блядь. Йо, МС Дед! Он правильно начал, давай. Постараюсь я смеяться, говорят, я молчалив. Уж бесят эти люди, не могу никак поймать мотив. Я реально не поймаю никогда сегодня этот мотив. А Хасанова сменили, эта девушка красивая. А меня енот сменял, как же жизнь несправедлива. Стихи Пушкина. Йоу, и теперь давайте, очередь нашего гостя. Да, он хуже меня. Кафе «Поездка за город», наслаждались закатом. Теплую куртку закатом и мая зая рядом. Планеты занялись парадом, и вроде конец близок. 22 декабря в глазах мелькают числа. 12.01, конец должен идти. Блин, короче, вот так вот. Я единственное хочу сказать, чтоб люди на всей планете болели только смехоманией. Добро пожаловать в Небританию. Замечательный конец. Замечательный конец. Дорогие друзья, болейте смехоманией, не смотрите смехопанораму. У нас был в гостях Георгий Мацукатов и мистер Кирс. Наша новая ведущая. Да. На этой милой ноте. Тут даже зарплату не... Ты слышал, как она сказала согласно? И все, это согласно. Представь, да, вот анкету она где-то заполняет и пишет там. Подпишитесь. На самом деле я тоже хотел поблагодарить вас. Да. А передача закончилась! До свидания! На самом деле тоже хотел поблагодарить вас за то, что вы пригласили свою передачу. Было очень круто, очень весело. Желаю вам очень хорошего зрителя. Который никогда вас не будет покидать. Поэтому огромное вам спасибо. Да, и спасибо нашей новой соведущей. Короче, Артур, какая-то тема здесь не такая. Да близок. Всем до скорого, друзья. Слушай, а где все? Они ушли давно.